Всем привет! С вами снова Повар от Бога. Видела новых подписчиков. Спасибо большое. Очень приятно. Жду новых. Обязательно подписывайтесь. И вы даже не догадываетесь, как будет вкусно сегодня. А сегодня на моей домашней кухне пельмени! Мы будем делать пельмени на заварном тесте. Итак, что мы будем использовать? Ну, вот эта вот часть у меня для фарша. У меня два готовых фарша по 500 грамм. Так, две луковицы. И приправки какие я буду добавлять в фарш. Это соль, кориандр, пожитник и зира. А вот эта часть у меня для теста. Здесь 4 стакана муки. Плюс еще у меня мука на посыпку. Нам понадобится столовая ложка рафинированного масла, 2 яйца, чайная ложка соли и стакан кипятка. Итак, приступаем. Так как мне абсолютно не нужен пока фарш, я отставлю, чтобы не мешало. Так, берем кастрюлю и половину просеянной муки в кастрюлю. Так, где-то половину. Так, делаем углубление здесь. Сюда добавляем столовую ложку растительного масла. Вот так. И берем стакан кипятка, добавляем. Так, извините. Прямо вот. Так, сюда вот еще соль мы добавим. Так, все. Так, и теперь мы кипяток выливаем в нашу муку и перемешиваем не руками, а лопаточкой или, ну, что вам будет удобно. Так, не соберется, будет вот такими вот кусочками. Но нам на данном этапе и не нужно. Важно, чтобы запарилась мука. Теперь мы подождем, когда здесь чуть-чуть остынет. Так, смотрите. Вот. Прямо тепло вот отсюда, да? На этом тесте можно готовить как пельмени, так и вареники. Вот. Вареники я люблю больше. Но сегодня вот решила по многочисленным просьбам сделать пельмени. Я их не готовила очень давно. С 14-го года, да? Не готовила, да. Вот. Так, теперь нам надо, чтобы так подостыло, чтобы сюда вмешать яйцо. Нет, сначала яйцо. Мы вмешиваем 2 яйца. Итак. Яйцо я предварительно вымыла. Так, раз.
Спасибо за помощь оператору. Так, и теперь мы вмешиваем яйцо. Так, посмотрите, вот, вот так у меня получилось. И теперь мы сюда домешиваем остаток муки. Смотрите, муки может потребоваться больше, потому что все зависит от качества. Так, это нам не нужно. Так, и теперь я помешаю руками. Оно должно собраться вот сейчас в целое. Конечно, пельмени – это достаточно трудоемкий такой процесс. И очень справедливо, что многие хозяйки сейчас предпочитают покупное. Ну, кто-то делает. Я, например, в Украине любила пользоваться такой компанией, как Галя Балована. У них все очень вкусно, все качественно. Но в Одессе, правда, вот очень сильно обвешивают. Так, теперь присыпаем поверхность и минут 5-7 будем месить наше тесто. Посмотрите, какое тесто получилось. Теперь я пленочкой в пленочку и мы вот оставим отдохнуть наше тесто на 20 минут. И пока тесто отдыхает, мы займемся фаршем. Так, раз, и смотрите, я беру чистое полотенце и накрываю. Вот в таком виде тесто будет отдыхать 20 минут. Так, и пока займемся нашим фаршем. Так, так как у меня нет мясорубки, я лук натру на терке. Это, конечно, жесть, но никуда не денешься. Так, поехали. Сейчас будем рыдать. Так, открываем наш фаршик. В лучок. Так. Так, и сюда отправляем наши приправки. И теперь нам надо фаршик
перемешать. Ну вот, фаршик у нас готов. Так, ну, приступаем к тесту. Нам понадобится вот так, такой инструмент. Ну как, я смотрюсь со скалочкой. Так, мы поделим, я поделю на 4 части теста и возьму одну. Остальное я оставлю в пленке и под полотенцем. Так. Вот. Такое вот очень эластичное тесто получается. Вот для лепки это вот и манты можно сделать легко. Очень универсальное тесто и, в принципе, очень легко готовится. Так, подсыпаем нашу поверхность. Вот такое вот очень приятное для лепки. Вот еще раз повторюсь. Так, ну, приступаем. Раскат я не буду очень тонко раскатывать, потому что я не очень люблю, когда пельмени рвутся или вареники. Поэтому как вам комфортно, так и делайте. Но я буду вырезать вот такой вот баночкой. Больше я ничего подходящего в своем сегодняшнем хозяйстве не нашла. Поэтому размер тоже смотрите, как вам комфортно. Это все индивидуально. Так. Ну вот, теперь такое вот надо поймать дзен и налепить пельмешек. Достаточно такое трудоемкое занятие. Конечно, сейчас оператор присоединится к лепке. Вот. Так что лепим фаршик вот таким вот образом. Вот такие красивые пельмешки получаются. Конечно, домашние пельмени самые вкусные. Особенно сколько труда и времени в них вложено. Вот, так что просто надо спокойно это все сделать. Ну вот, долепливаем наши пельмешки. Посмотрите, какое количество получилось. Так что, если вы хотите больше, то значит и ингредиентов, конечно, надо побольше. И смотрите, у меня от килограмма осталось только фарша. Так что, сейчас последний, вот таким образом. Вуаля! Пельмени готовы. Осталось их только отварить и в подсоленной воде.
И приятного аппетита! Пельмешки можно подавать со сметаной, с майонезом, с уксусом, кто как любит. Понравилось? Оставайтесь с нами, подписывайтесь, жду ваших комментариев, а также жду ваших рецептов. Пожалуйста, присылайте, и мы приготовим их на моей кухне. И вместе поймем, стоящий рецепт или щось таке. Наслаждайтесь вкусной едой. Всегда ваша, повар от Бога. Пока!